Шары-то я засняла, в принципе. Все, тут уже. Сейчас я посмотрю насчет беседки там как-то. А утро будет не видно, смотри, все, запись там идет, мам. Вот ты можешь полететь, полетим на видно. Но... Вот теперь вообще меня видно, мам. Чем на весь экран. Сейчас я нахожусь на данный момент, мам. Значит, это по нашему пятигорску. Во весь рост меня видно, да, лишь, мам? Во весь рост видно, да, мам? Ты просто наблюдаешь за моим фотоаппаратом, чтобы меня никто его не видел. А ты смотришь, что мне видно во весь рост, да, мам? Во весь рост, мам. И он где там будет снимать? Ладно, Леша. Итак, товарищи, мы находимся с вами в Пятигорске. Сейчас я веду репортаж с мам для себя, с мам. Там у нас находятся шарли пока не мере. Причем я их вижу 8 штук, с мам, пока не мере. Ну, не знаю, там как моя почетка пока не мере, но меня хорошо видно, пока не мере. Вот даже решил проверить, как меня хорошо видно. Сегодня я увидела 8 шаров, товарищи. 8 шаров. А вот, 8 шаров. Я всем передаю привет, пока не мере. 8 шаров, пока не мере. Сейчас вот мы сегодня были в цветнике, были пока не мере. Вот, я могу покружиться даже с мам. Вот, меня хорошо видно, поехали. Вот. Поэтому, короче, ну это дело не в этом. Так вот, я увидела 8 шаров. Сейчас я вижу на данный момент, мам, так, раз, два, три, четыре, ну, как минимум 5 шаров, товарищи. 5 шаров, не больше, не меньше. Вот, и сегодня мы были в цветнике, мы видели, как пролазили сегодня пол, пока не мере. Причем этот пол, пока не мере, наверное, даже я всем хочу передать привет, мам. Алексей, если ты будешь смотреть мое видео, пока не мере, я увидела 5 шаров, мам. 8 уже некоторые приземлились, пока не мере. Поэтому мы были в цветнике. Я их там не видела, пока не мере. Но как моя мама говорит, мама, еще бы больше я бы поспала бы, было бы зашибись, пока не мере. А то я увидела 5 шаров. Некоторые уже сели. Здесь можно постоянно стоять и что-то смотреть, пока не мере. Эти вот эти вот остальные вот 5 шаров, пока не мере. Вот. Поэтому я вам сейчас покажу. О, подожди, я тут вас немного. Вот, сейчас я протяжусь для съемки, потому что меня, наверное, плохо видно, пока не мере. Вот это моя расческа, мама. Моя на вот я сейчас почему наша, видимо, вот, потому что, видимо. Мои у тебя полный пуфунья моя. Намного лучше смог. Поэтому вот сейчас почему уже намного лучше смог. Поэтому там вообще, значит, я сегодня заснила, значит, китайскую беседку я заснила с мамой. Вот сейчас я вижу, вот один шар улетел, вот их осталось, сейчас вам скажу сколько, раз, два, три, четыре, 5 шаров, товарищи, 5 шаров, смотри, я вижу, пока не мере. Я продолжаю сама себя снимать, 5 шаров, товарищи, 5 шаров. Поэтому уже даже некоторые два, я вижу, они улетели, всего получается 8 шаров, поэтому, наверное, уже ближе к вечеру, к 8 часам, мы, наверное, уже больше мы не увидим. Поэтому я всем передаю огромный привет, пока не мере, кто смотрит меня, и мы находимся по моему пути, вот, пока не мере. Вот, что еще мы можем... Вот эта палочка, смотри. Это небольшая кора. Ее можно поломать как в слабо. Знаете, я покажу. Вот как ломать палку. Учитесь, как делать в слабо. Вот, смотрите. Раз. Мы ее сломали. Вот это слабо поломать, смотри. Аркан ее не слабо поломать. Поэтому мы ее сами себе сломали, правда. Вот. Кстати, товарищи, шары они улетели очень далеко, мы, наверное, хоть больше их скажите, мы с вами их, товарищи, мы не увидим сами. Поэтому, я думаю, если я вот видео себя засниму, у нас все в Пятигорске едет, трамваи едет, ну и много там чего есть. 8 шаров. Сегодня мы увидели 8 шаров, товарищи. 8 шаров мы увидели, да. 8 шаров, а остальных вообще фактически как бы они улетели. Поэтому всем я передаю огромный привет, пока не мере. Вот. Сейчас это все супер, пока не мере. Да. Вот. Мы были в цветнике сегодня были. А шли по Бродвей, товарищи, я шары не видел сегодня. Это мы сегодня только с вами выбрались вот только вот на такую хорошую ситуацию. То, что мы увидим, было 8 шаров. Это я вам гарантирую, 8 шаров смог. А сейчас осталось 5 шаров, пока не мере. Сейчас я забираю свой фотоаппарат, и я думаю, немножко я посмотрю, как получилось в моем видео. Всем мне передаю огромный привет, и всем огромный салют, смог. Ну, вот это вот, так, сейчас посмотрим.